Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем с вами проходить Чарли Мордор. Так, ну что у нас тут, ведьмочки, смотрю, да? Ну давайте разберемся с ними. Я готов вас встретить. Иди сюда, красавица. Мимо. Да что такое-то, почему мажем? Всех на тот свет. Иди сюда. Так, это что у нас за картофель? Тут под руку попалось. Давай. Ребятушки, перчатки, просто огонь. Вы посмотрите, как они шпарят молниями, а. Так, погодите, я видел какой-то напиток. Напиток богов, видимо. Ух, великолепно. Смотрите, сколько тут. Ага, вот он, соус. Так, давайте возьмем пилу. Получится у меня взять ее? Какой молоток. Да, ничего не бьется. Ладно, поехали. Так, это что такое? Ага, ребята, вот он уже, РТ-ЛТ. Вы смотрите, я, оказывается, получил новый суперудар. Правда, какой-то коротенький. Ну да ладно, я думаю, мне этого хватит. Так, что-то никого пока не вижу. И вообще, где я нахожусь? Куда я приземлился? Какой-то лес, походу, делали, в замок даже. Так, давайте разбивать бочки, смотреть, что здесь у нас будет. Ну-ка. Ничего, походу, дела. Ну что такое? Ну, Рекс, ну елки-палки, ну какой же ты косой, а? Так, разбомбили. Разбомбили, и опять тут ничего нету. Значит, это бестолковые бочки. Так, спускаемся вниз, ребята. Ух ты! Какая-то лодочка. И поплыли мы на ней куда-то, непонятно куда. Ну да ладно, сейчас покажут, наверное. Так, это что такое у нас? Нет, я пропускать не буду, давайте-ка мы с вами посмотрим. Чарли, вас Паус. Ага, Чарли и Пауль были закадычными друзьями. Вот оно как, а я и не знал. Они собирались вместе создать группу. Это что ли какая-то предыстория? Ну? Но затем Чарли коварно предал Пауля. А чем он предал-то его? И основал свою собственную группу. А, понятно. Вот тебе и закадычные друзья. А Пауль заключил сделку с дьяволом и стал лордом Мортимером. Мортимером. Вот оно как даже, а. Надо же, до чего его довела жизнь. Отчаялся парень, видать, вообще в корень. Ведущим вокалистом группы Горы Куафер. Это вот он и есть, что ли, нет? Да, это вокалист группы Горы Куафер. Нормально. Ну что же, так, мы куда-то приплыли. Так, давайте-ка отсюда сматываться и продолжать наше путешествие. Так, отлично. Да, ребят, это какой-то замок, походу, дело. Так, подсвечник сломали мы. Из них денежки выпадают. А рыцаря можно сломать? Походу, нельзя, да? А нет, можно. Отлично, бежим дальше. Что, что такое, что за музыка? Ага, шпана. Ядрите на корень. Дайте суперудар сделать. Блин, не то сделал, во. Шикарно. Ну-ка, иди сюда, вставай, всем достанется. Че ты там кряхтишь? А это что еще за монах тут пришел? Ядрите на корень, а. На-ка вам суперударом. Отлично, жарим, ребята. Орет там. Ну-ка давай, швабра, сейчас тебе. Швабра вылетела, ядрите на корень. Но, да что тут, опять этот квадратноголовый тут прибежал, блин, сейчас будет прыгать на меня. Дайте мне что-нибудь взять. А, ребята, хочу какое-нибудь оружие, блин. О, вот это. Да что ж ты, только взял меч и нахме. О, неплохо сработал суперударчик. Да что ты будешь делать, этот клоп меня достал. Умеренная популярность. Почему умеренные? Надо максимальную, ребята, популярность. Не давим. Вот так вот получилось шикарно. Ух ты, у меня 5 баллов, ребята. Так что мы сейчас их вот так по максимуму прокачаемся.
дайте мне руку, и пойду-ка я на белый солод. Забираем, естественно. Все, больше ничего пока нету. А нет, есть еще какая-то ермолка-череп. Пригодится. Так, давайте. Ё-моё, блин. Первый босс вышел здесь. Ядрить его на корень. Так, давайте-ка. Вот, нормуль. Ниндзя здесь самые поганые. Так, замечательно. Ё, с двух сторон прям. Ну так нечестно, ребята, так нечестно. Блин, я вижу, там коктейльчик лежит. Дайте его забрать-то мне. Хорош, ты чё там? Пинком, пинком разрушил этот, блин, доспехи. Что-то он там хочет, походу, взять. И он взял, меч. Плохо, ребята, дело. Ага, я его выбил. Ну и меня загасили. На тебе, получи, блин. По полной программе прописал я ему, а. Так, ведьма, ты меня раздражаешь со своими пистолетами. Так. Готово. Ух, только скелетик один остался, отлично. Так, смотри, что творит, а. Что творит, Марина? На тебе, во, в воздухе прям нормально. Припечатал неплохо я, ребята. Ну, вроде бы как тут разобрался. Какая-то маска лежит. Маска, кожаное лицо. Дайте лучше мне пистолет. Я хочу быть с пистолетом. Вот. Фу, ребята, слабая маска, конечно, кожаное лицо. И вот ермолка, самое то, что надо. А остальное все ерунда. Так, красные перчатки, нормуль. Это все отлично. Золотой билет. Действует, по ходу дела. Так, ну, и тут остались дрожжи, суперудар и всякие тут плюшки-дрюшки. В общем, пока все нормально. Главное, что у меня револьвер. Так, идет, идет. Опять этот картофель пробегает мимо. Не знаю, что он от него толку. Он ничего не делает. Так, сдох. Картофель сдох. Ага, ребята, от него выпала шапка. От этого картофана бегающего. Так, что это за дебил, а? Какой-то монах. Нифига себе, такой злой. Иди сюда. На один удар его и хватило буквально. Так, ниндзя, ниндзя, это плохо, ребята. Что-то я ненароком тут разбушевался, вам не кажется так, а? Просто всех валю. Перчатки, конечно, смачно. Вы посмотрите, электрические какие-то у меня. Вот так вот. Ниндзя допрыгался, монах тоже. На! Просто башню снес ему. Так, давайте с мечом. Пойдем с мечом. Так, ну, вроде бы здесь больше уже никого не осталось, да? Или осталось? Нет, музыка вроде бы еще такая довольно боевая. Так, отлично, идем дальше. Что тут у нас поджидает? Что это за надгру... Опа-на! Ребята, босс очередной. Бельзебал. Ага, ну давай, иди сюда, Бельбизар. Бельбизар, или как он называется уже? Вы говоришь, блин. Но мне этого знать не надо. Надо его бомбить. Куда, 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 куда разогнался? Лежать. Чего ты там еще ржешь, блин, а? Ага, понятно, огоньком шпарит. Ядрить его на корень. Ну-ка давай суперударом. Ничего себе. Ну, смотри, что я оставляю по себе. Циркулярки. Нехило, блин. Так. Вау, все горит. Блин. Но, по крайней мере, не так много отнимает жизни. Так, пушка у меня. Так, мелкий, сдохни. Давай, босса. А, кончилось не вовремя. Иди сюда. Так, надо эту ведьму бить и забирать у нее ствол. Если, конечно, он у нее будет. Тихо, тихо, тихо. Не буянь, не буянь, Аркаша. Вот, полежи маленько. Что, все, что ли? Пи! Да этот босс вообще вата, ребята. Просто вата. Куда он побежал? Куда побежал? Иди сюда. Блин, дайте мне пушку. Хотел взять пушку и его расстрелять. Так, а почему здесь не берется? А, не, все берется. Долгорукавка какая-то. Нет, это мне не надо, вот возьму пистолет. Да, ну, видимо, мы его не добили. Он все-таки смылся. Так, и что нас ждет впереди? Так. За один год до этой осени, ночь открытого доступа к микрофону. Так, опять что-то тут дрынькает. В первой серии он уже дрынькал, показывали нам. Что-то тут по новостям Трансильвании показывают. Ага, группа Чарли. Понеслась, ребята.
Ну, пока хреновенько идет, как вам не все. Так, ну вот по одному еще можно. Так, B, U, U. Че это ворут? А вот и Рекс у нас. За барабанными установками. Блин, вот запутываешься, начинаешь пропускать очень много. Такой музон бы. Точно панк-рок. Там с бубном стоит. Отлично. Я думал, конец, нифига. Ну неужели? Так, в то время как это тут репетирует, да, значит, Чарли там уже выступает вовсю. Вот тебе и закадычные друзья. На, сломал опять все к чертям собачьим. Что? Ты смеешься надо мной, Чарли? Ну, наверное, скорее всего, он над тобой смеется. Пауль. А мы продолжаем свой путь. Так, что это у нас такое? Инк. Ну, давайте зайдем, посмотрим. О, салон тату, что ли? Точно. Восстановите немного здоровья. Мне не хватает долларов. А это у нас уже есть. Ну-ка давайте что-нибудь продадим, может быть. Так, давай. О, тут много чего, ребята, можно у нас на продажу. Кожаное лицо. Так, где еще тут у нас? Подождите, где-то еще же были предметы, которые можно было продать. Что там за алкоголик какой-то разговаривает, интервью дает. Так, ладно. Неплохо, уже 77 долларов. Вот этот уже продаем. Ну что, вроде бы как все. Так, треуголка нам нужна, я думаю, да. Давайте это туда продадим, наверное, ярмо по звезду. Подожди. Черт, о, нифига так свитерочек-то вырядился. Нет, мне нужна вот эта шапка, да, треуголка, она будет самая оптимальная. Да, пускай по защите меньше, конечно, но по другим статам она намного больше. Нет, не так мне надо, не то, блин. Ядрите на корень. Так, давайте продадим. А, она у меня одета, я не могу ее продать сейчас. Давайте меняем, короче. Вот так. А эту мы продадим. Где она? Вот. Ух, насколько она слабенькая. И эту тоже. Сорочка, футболка. Я, в принципе, думаю, тоже можно продать. Футболка. Так-то оно будет лучше, ребята. Все, по-моему, больше продавать нам нечего. Самые смаки остались. Сила и это все там подобное оставляем. Теперь нам только надо сделать татуху. Опа, хватает. Кали, братишка. Так. Отлично. Ну что же, продолжаем, ребята. Наш путь. Кстати, вы смотрите, на стенке фотографии вы не узнаете рисунки? Это же из игры «Улыбка вампира», которую я тоже прохожу. Точно, ребята, так оно и есть. Да, кстати, новые серии скоро выйдут этой игры, так что, если смотрите, не пропустите. А мы с вами продолжаем. И куда это мы идем? Да нет, не это мне надо. Мне надо вот это, да. Так, тут все у нас отлично. Что это здесь такое у нас? Давайте зайдем и посмотрим.
билет. У меня же такой билетик есть. Почему? Не знаю, куда его применять. А, это магазин шмоток у нас, ребят. Ну, давайте прицелимся. Удобный свитер. Так, ну это либо все дорогое, либо мне не подходит. Разговаривать он с нами не хочет. Накумарить я его тоже не могу. Во! Здоровье 95. Вот это надо нам обязательно. Так, скорость 0, здоровье 11. Что за бред? Так, я не знаю, может быть, вот это надо по любасику нам набирать. Конечно, где 112 было бы получше, но за неимением, как говорится, и 95 пойдет. Так, монеточки. Так, что мы тут вообще еще можем посмотреть с вами, а? Дорого. Так, вот это слабенькое. Удобный свитер. Защита 24 и 130% требует он защиты. А у меня сколько там? Да у меня практически то же самое, только даже получше будет. И причем у меня суперудар есть, ударная волна при падении. А чем она хороша, что когда зомби меня окружают и я падаю, эти зомбари, естественно, все от меня отлетают. И, соответственно, никто меня не бьет. Вот это вот большой плюс. Что-нибудь здесь будет? Так, что-то там, ребята, лежит. Ух ты! Вегетарианская еда. Ну, неплохо, я считаю, что если оно прибавляет нам ХП, причем на халяву. Так, ну, вроде бы, давайте еще возьмем, наверное... Ух ты, дрожжи. Так и есть. Давайте каждого по одному возьмем, наверное, да? Пригодится, как говорится, может быть, где-то нам понадобится. Ну, защита 1%, это, считаю, вообще ни о чем. Анархия 1%, тут вообще здоровье плюс 11. Так, все, здесь, в принципе, нам больше ничего не надо. Можно отсюда смело выбираться. Продавать нам нечего, потому что мы здесь ничего не покупали. Хотя тут есть шапки, я смотрю, висят там на крючке. Че там? Но шапки все фиговые, поэтому можно выходить отсюда. Да, конечно, вот это вот непонятно. Картина нарисована с билетом. Ну, билет у меня есть, но меня почему-то куда не пускают. Так, а здесь у нас что такое? Став. Ага, тут чисто шмотки. Ну что же, давайте приценимся, наверное, маленечко. Ох ты, хорошие перчаточки, по идее. Так, когти медведя. Я даже не знаю, ребята, что и взять. Денег у меня всего 33 доллара. С таким баблом особо не разгуляешься. Ладно. Так, ты что-нибудь мне сможешь предложить? Или тоже ничего? Наверное, не шиша, да? А, нет. Золотой билет, но он у меня уже куплен. Ладно. Так, здесь что у нас? Все это оттенки одежды. Слабо. Так, увеличение дальности цели. Вот это что-то интересненькое, ребята. Такого еще не было у меня. Так, а здесь? Это слабое. Так, увеличение дальности цели. Ну, давайте установим, наверное. Вот так вот. Посмотрим, что оно из себя представляет. Восстанавливает немного здоровья. Катушку они не сделали. Так, ну, в принципе, и все, да? Не знаю, что тут лучше, или удобный свитер, или долгорукавка. Ну, по идее, долгорукавка лучше была бы. Так, что, продолжаем. И что тут у нас? Какая-то... Ага, смотрите, вон ихняя рок-группа. Короче, наша рок-группа людей против рок-группы из ада. Игровые автоматы, опять бочонки. Здесь, наверное, будет заваруха, ребята. Чувствую нутром просто. Потому что бильярдный стол, который можно будет бросать. Доски лежат везде, молотки. Так оно и есть, блин. Ну что же, понеслась, родная? На тебе, блин. Ниндзя, только не ниндзя. Так, и этот еще клоповник вылез. С бочкой, уже бежит. А, ты все-таки огрел меня. Ну неплохо, неплохо. У меня перчатки шпарят молнии. Они ж бедные падают и ничего не могут поделать. Шикарно. Так, иди сюда, ниндзя. Хватит там бегать. Вот так вот. Наотмашь, как говорится. Обоих причем. Что
такой ниндзя, что этого... А, ты все-таки прыгнул на меня, ублюдок мелкий. Надо его сру... Что такое? Почему я не могу взять? Почему я не могу взять-то? Что за фигня? Так, ну-ка давай, вот так вот. И еще, пробивочный сделали. Иди сюда. Блин, их два. Это плохо. Так, силу взяли. На тебе подых, как говорится. Все, этого шлепнули. Иди сюда, мелочь. Что мне с тобой сделать-то, а? На тебе. Добиваем его, ребята. Отлично, все, он готов. Даже монетку не дал, ну, сердечко зато выпало. Так, ну что, кто еще тут готов со мной сразиться или нет? Я так и не понял. Ниндзя, вижу ниндзю, блин. На, ах ты, вот всегда так. Всегда у него находится время сделать мне ответный удар. Ух ты. Ну что, не нравятся тебе электрические кулаки? Вот так вот, блин, только скелетик один остался, отлично. Что это такое у нас там? Так и не понял. Но главное, что мы прошли. Ух ты, арбалет что ли? Точно, давайте возьмем. Нет, это не арбалет, ребята, это что-то другое. Куда это мы с вами поднимаемся, так скажем? Ёлки-палки, Battle Toads отдыхает. Птички, а я какой-то вешалкой. Слушайте, а почему они рут как чайки? Да ядрить его на корень, зажали, блин. Ой-ой-ой-ой, ребят, я так долго не проживу. Нельзя давать себя зажать. А, черт подери, зажали. Нет. Нет. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих выпусках. А на этом все. Всем пока, удачи и до скорых новых видосиков, ребята.